Физкульт-привет! Всем нам, жителям Сочи, в этой жизни не иначе как суждено рассказывать о благополучии олимпийских объектов. В ближайшие полчаса присматриваемся к Ледовому дворцу Большой, но заглянем мы не на матч хоккейного клуба Сочи, а присмотримся к 200 мальчишек из Краснодарского края, большая часть из которых впервые в жизни взяли клюшку и встали на коньки тут же. Погнали! Я хочу стать как Харламов, потому что он даже со сломанной ногой выходил, никого не боялся, отбивал голы, выигрывал. И был хорошим человеком, наверное, при этом. Да. Принять у себя еще Крым и Севастополь, то есть в рамках нашего же отборочного этапа, поэтому наше соревнование такой открытый статус имеет. И, соответственно, вот сейчас мы можем видеть, что команда из Севастополя, «Медведи», встречается с командой «Союз» из города Сочи за первое место вот в нашем групповой стадии. Первенство Краснодарского края среди команд 2009 года рождения. Вчера мы закончили среди команд 2008 года рождения. То есть мы под одни каникулы совместили две возрастные группы. И на самом деле проводятся соревнования параллельно в Сочи и в Кореновске. Потому что команд уже этой возрастной группы достаточно много. И, так скажем, чтобы логику соревнований пронести, поэтому мы проводим, уже делим их по территориальному принципу. Поэтому здесь у нас много сочинских команд, так как все равно Сочи, ну, имеет самую большую, да, базу и ресурс для развития нашего вида спорта.
все очень нравится. Организация, все по времени. Живем в шаговой доступности. Каток, все предоставлено, раздевалочки. Нам очень понравилось. Мы уже играли, встречались с ними. В прошлом году мы им проигрывали, в этом году вот выигрывали. Сейчас мы, у нас пока без поражения, эту игру сейчас еще проигрываем. Уровень детей в этом возрасте практически одинаковый. Многим везет, не везет. Все-таки вы дома играете, я думаю, что немножко стены помогают. Вот, наши ребята привыкают, ну, будем стараться, чтобы победить. У нас в Крыму это новый вид спорта, зарождающий, катков недостаточно. А возможно здесь, во-первых, хорошие условия, большое наличие команд, возрастов, у вас есть где черпать детей. Ну и нам интересно двигаться вперед, чтобы не вариться в своей каше там в Крыму. Турнир был краевой среди команд 2009 года. Наша команда заявлялась в основном из мальчиков 2009 года, в основном из мальчиков 2010 года. Ну и три человека было 2009 года. Действительно, большинство мальчишек сочинцы и впервые именно на этом льду начали свой путь в хоккей. Ну да, большая половина. Если брать в процентном соотношении, то процентов 80 начали здесь, в Сочи, и процентов 20 – это приезжие дети из других регионов страны. Всего не знаю, правда, но много очень очков набрал. Даже сбился со счета? Да. Первый такой турнир победный? Нет. Где еще побеждал? Ну, на Кубке Содружества побеждали. Это мы тут 3 раза побеждали еще. Ну, много раз. Команда сплошные чемпионства просто получается? Да. А впервые где на лед встал? Впервые, ну, здесь, в Сочи. Сколько лет назад? 3 года. Назад. Почему решил в хоккей играть? Понравился вид спорта. Будешь профессиональным хоккеистом? Да. Олимпийским чемпионом? Угу. Что для этого необходимо сделать? Труд и упорство, и характер. Ну, для хоккеиста можно и постараться, чтобы выйти в НХЛ. А все необходимое для этого здесь есть? Лед, дворец, раздевалки? Да, есть. Ну, ждем тогда тебя олимпийским чемпионом.
хоккей? В Краснодаре. Из Краснодара? Да. Приезжаешь из Краснодара тренироваться в Сочи? Это еще когда я был маленький, я встал на коньки именно там. А как здесь оказался, в этой команде? Ну, если честно, моя сестра сюда пригласили, она фигурным катанием занимается. И меня тоже сюда, в хоккейную команду. Пригласили? Ну, я сам пришел. Мы регулярно ездим в города Краснодар, и на Юфу были, в Москву, Нижний Новгород. Побеждаете там? Да. Все время первое место? Да. Приехали в Челябинскую область, город Чебаркуль. Это, может, смотрели «Легенда номер 17», куда сослан был Валерий Харламов. Да, совершенно верно, совершенно верно. У нас в Челябинской области вообще сильная школа и много команд, много хоккея, в том числе и детского. Ну и приехав сюда, я думал, мы будем выделяться, но нисколько мы не выделяемся. И все на равных, даже есть ребята, которые выглядят посимпатичнее, довольно-таки хороший уровень. Уровень организации турнира, все организовано, судьи квалифицированные. В целом, ну, замечаний нет, все довольно-таки... Четко по расписанию. Все совершенно верно. Когда подъезжаешь сюда, все эти олимпийские объекты вокруг, они, конечно, ну, сказывается это. Ощущается, безусловно. We'll be right back.
удалось достигнуть соглашения с Федерацией хоккея России нам с этого года. И мы полностью проводим в рамках первенства края отборочный этап на всероссийские соревнования, то есть на зональные. По 4 команды каждой возрастной группы из 10 будут представлять Краснодарский край по итогам этих соревнований на соревнованиях сначала Южного федерального округа и Северо-Кавказского, на которых мы, между прочим, имеем хорошие шансы по всем возрастным категориям. И, соответственно, в дальнейшем на всероссийских соревнованиях, то есть всероссийские клубные финалы. Краснодарский край уже стал самодостаточным регионом именно по виду спорта хоккей. Мы имеем достаточно серьезную базу даже на уровне хоккейных регионов по количеству крытых стадионов. И везде на местах развивается хоккей, много детей приходит в секцию заниматься. И, соответственно, мы видим уже прирост действительно серьезный по младшим возрастам. И с каждым годом все больше и больше. Многие команды имеют уже по 2 состава. Ребенок попадает в хоккей, это не только становится увлечение ребенка, а вся семья вовлечена полностью в этот процесс. И действительно, для многих это является ключевым аргументом, сможет ли ребенок продолжить здесь заниматься хоккеем. Приехали мы сюда по приглашению, написали с Красноярска, сами с Сибири. Был первый набор открыт в школу хоккейного клуба «Сочи». Мы увидели это на сайте и написали заявление, что хотели бы заниматься и проживать в Сочи, заниматься хоккеем. И нас сказали: добро пожаловать, приезжайте, все в ваших руках. И мы собрались, приехали, да, показались. И вот мы здесь занимаемся, нам все нравится. Хороший лед, хорошие тренера, хорошая погода, не такая сибирская. Сколько раз тренировки? Каждый день? Практически каждый день, понедельник, выходной. С августа месяца начались тренировки. Сначала были на земле, а сейчас 1 сентября у нас лед. Ну и вот считайте, сентябрь, октябрь, да, 2 месяца уже интенсивных тренировок. Результаты есть, динамика положительная, так что нам все нравится. Конечно, это все радует. Во-первых, то, что это бесплатно. Все вот эти вот лед в таком месте, культовом, да, то есть это просто от одной мысли, что у тебя ребенок занимается в Большом ледовом дворце, при официальном хоккейном клубе столько внимания, профессиональные тренера. И здесь главное только твое желание, ну и, конечно, возможности родителей хотя бы, потому что, ну, это очень много времени отнимает у родителей. То есть сейчас, конечно, нагрузка идет вся на родителей. То есть ребенка привезти, увезти, переодеть, помочь что-то.
флагман нашего вида спорта – это хоккейный клуб, профессиональная команда, то есть полноценная структура. В моем понимании, опять же, она должна выстроена быть из корней, да, из города. Тогда она имеет логику и какой-то смысл. То есть на сегодняшний день молодежная команда находится в Москве. У нас в Московской области школа, которая по договору о сотрудничестве взаимодействует с хоккейным клубом, тоже находится в Москве. Ну, я думаю, что постепенно мы эту вертикаль выстроим именно из тех воспитанников, которые прошли именно здесь всю школу, всю эту, понюхали весь порох, так скажем. Большой, шайба, льдинка, айсберг, Адлер-арена, ледяной куб, хоккей, фигурное катание, глинкобежный спорт, кёрлинг. Сколько тысяч детей бесплатно занимаются этими видами спорта в Олимпийском парке, нам сосчитать так и не удалось. Просто их очень много. И если вы смотрите нашу программу в интернет, оставляйте свои комментарии. Тем более, если ваш юный атлет уже готов продемонстрировать нечто впечатляющее, мы непременно приедем и покажем его вместе с партнерами по команде. Давайте двигаться вместе!